любишь игры? Разбираешься в киберспорте? Следи за трансляциями, делай виртуальные ставки и выигрывай настоящие деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Планшет. Мощный, как ноутбук. Ноутбук и планшет в одном корпусе. Intel представляет Ultrabook Transformer. Он не просто изменяется сам, он меняет все. Седьмой сезон легендарной серии StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы, более 120 матчей регулярного чемпионата плюс LAN-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный сет от StarLadder TV уже в продаже. На ваш выбор два билета с эксклюзивным сетом и без него. Будь в курсе последних событий. Смотри StarLadder TV. Возвращаемся мы с вами в прямой эфир. Нам тут принесли клевых цацок. Нереальные цацки. Такие цацки. Цацки вот такие вот, цацки. Для чего, я думаю, вы догадались, для чего эти цацки? Ты догадался, для чего? Нет, конечно. Не догадался? Для того, чтобы брать вот такой вот телефон. Вот, так вот. Такой телефон берешь, так оп, так и она проваливается. Опа, цацки. Не, ну это для пятого просто айфона. У меня не пятый айфон, я нищеброд голимый. У тебя тоже не пятый айфон, да? У меня даже не первый. Ну мы, короче, тут будем радоваться. Ну, короче, вот такие вот цацки. Скоро они будут доступны много везде. Где? С пуджем, и не только с пуджем. С кем а нет, смотри, тут одна есть для четвертого. Они разных размеров, прикинь. Вася, это мое уже просто, если это для четвертого. Просто Верочка, а ну-ка. Ты смотри. Братюнь! Че я тебе подогнал просто? Просто, я сейчас просто вообще, я сейчас сфоткаю вообще камеру и выложу ее прям в Твиттер вообще. Все, ладно, в игру поехали. Посейдон против Фнатик, ребят, третья игра сегодняшнего дня. Я действительно в Твиттер выложу. Я пока расскажу про пики. Я напишу в Твиттер, как мы видим вас. Как мы... А не, я напишу по ту сторону сетевого кабеля. Посейдоны забрали Синагу Сирену, Котла, Клокверка, Дума. Ну, Дум, наверное, это дефолт. Котл тоже, чтобы не подпушили, не дай бог их. Фнатики ответили Визажом, Баунти Хантером, Лайфстиллером. Вот чуть агрессивнее тут пик выглядит, который вроде как заставляет гангать, потому что ПХ-то как-то себя должен реализовывать при получении энного уровня. Вела тут с этого пуджа облизывает. Я просто. Уже прям пудж, я уже все. Пудж уже пошел мне. Пудг. Пудге. 5 seconds. Пудге. Да, ребят, быстренько мы вам напомним, кстати, где находятся Reserve команды time. На данный момент. Находятся они в игре, но я имею в виду турниры таблицы. Команда Посейдон идет на пятом месте. 5 побед, 4 поражения, 15 очков. В 9 сыгранных матчах Фнатики у нас идут 12-ми. 3 победы, 5 поражений. Ну и вы понимаете, что Фнатикам проигрывать больше нельзя. Чат на StarLadder'е Дэнди пишет, я хочу на StarLadder, посоветуйте что-нибудь. Кстати, действительно, Дэнди ворвался в чат, спрашивает советы про то, что делать. Да, с такой игрой... Это борода. Ну, из, наверное, нормальных советов мы ему можем пойти в Дузу посоветовать. Да. Перейти в команду Дуза Гейминг. Это вероятность выхода на финал StarLadder увеличивается просто сразу. Сходу вообще. Вернуть Фаника можно попробовать из отпуска. Можно вернуть Фаника попробовать. Можно, конечно, еще парочку отдать, а потом уже вернуть. Ну да. Наглым приглашением.
Да, жесть. Пам-парам-парам-парам-парам-па-пам. Пам-парам-парам-парам-парам-па-пам. 10 seconds to go. Да, жесть. Ну что, Doom, Naga, Kotal и Clockwork от Посейдонов. Ну, здесь, кстати, вероятность того, что Doom будет оффлейн, довольно низка, потому что, скорее всего, это будет играть Иллидан. Это мейн-керри будет. Ну, конечно же, это же Иллидан. Это же Иллидан. Ты знаешь, зачем здесь Kotal? Чтобы отпющивать. Вот это поворот! Не, ну у Фнатиков имеется Найкс крутой, имеется Bounty Hunter by Trixie, да? А главное, имеется Spirit Breaker. Да, это про процентов 99, что это победа. Мне куда-то кидали нереальный стишок про Spirit Breaker и Найкс. Там реально было круто. Как он в нем сидит, а потом что происходит с пуканами. Когда он добегает до своей цели. Куроку. Нави дерево. Нормально. Так, это там уже пошло издевательство. Five seconds. Radiant's pick. У нас опять, по-моему, кондиционер начал работать в режиме бани. Да, ну у нас какой-то странный кондиционер. Когда ставишь 22 градуса, слишком холодно. Когда 23, слишком жарко. Либо почему мы нельзя такие поставить 22,5? Я не понимаю. Это что за бред вообще? Ну что? Клопа. Клопа, и что будет последним? Клопа, понятное дело, что для Крейзича. И что даже дальше, а? 10 seconds to go. Я ожидаю... Ну а что тут можно ожидать? Тут будет какой-то мидер. Мидер в качестве... Кто? Пак. Ну да, в принципе, забанили шторма. Мог быть Тимберсоу, вроде не было его в бане, но решили сыграть по... Кстати, Хай не играл на Тимберсоу, мы обсуждали очень его прокачку, он не качает цепуху-братуху. Так в смысле не качать? Ну, в прямом. Он был 7-го уровня, у него в 4-ку был прокачан диск, в 3-шку аура и ульт. Понимаешь? И когда его гангли, у него возникали маленькие проблемы. Малюсенькие. То есть... что он не может улететь. Да, это я скажу тебе по секрету, не маленькие проблемы, это вообще забей. Голове моей пилки. Не беда. Ну что, Хани сыграет на паке. Флай будет играть в суппорт Баратруме. Эра Кэрри Найкс. Ноутейл, понятное дело, на визаже. Как Ноутейл контрит, вы знаете. Он показывал нам чудеса еще во время Интернешнла, когда он там подконтраливал за Флая птичек. Ну, все весь. Так, ребят, вы там спрашиваете в Твиттере, где взять чехлы. Пока нигде. Скоро можно будет их купить. Кстати, заметь. Один матовый, а один глянцевый. Да, нормально. Какие угодно будут вообще. Да, скоро их можно будет, короче, купить у нас в магазине. Да, не только их, будет много разных финтифлюшечек. Будут еще очень классные штучки, которые я вам в конце недели уже покажу. Увидите, короче. Ждите анонс на Вилат ТВ, да и везде, где только можно. Что у нас геймпауза, что случилось? Минус Darkseer пишет. Почему только для айфона? Ну, ребят, не... Нереальное количество разновидностей телефонов, это надо просто... Не-не-не, ну, это просто для начала то, что нам сегодня принесли. Это только первые самые вот эти, первые самые экземпляры. Понятное дело, что будет не только для айфона. Ну, вообще, просто все остальные телефоны... В чем плюс, вот я всегда говорил айфона, в том, что да, они все одинаковые. И... А вот там другие все телефоны, у них там 1800-525 тысяч разновидностей. Что это у тебя такое вообще? Sony Ericsson Xperia Mini, они тоже все одинаковые. Не, ну я понимаю, но я... Где ты его вообще взял? Что это за телефон? Когда... А, это он типа музыку, его рекламировали, типа музыку на нем клево слушать. Я не знаю, мне его подарили. Я его выиграл, понимаешь? Ага, я понял. Ты, конечно, насосал я Хекс вчера. А, серьезно? Мне Дэнди подарил Хекс. Тебе Дэнди подарил Хекс? Спасибо, Даня. Ага, да. И ты еще сегодня у меня пробовал автограф Дэнди насосать. Я понимаю. Я хотел, чтобы у меня сегодня... Не-не-не. Все так, заехало на ура. Так дела не делаются. Такой ты подлый. Злой. Так, ну что?
Ребятки. Why so long? Why so long? Good luck, good luck. Все, Галат сразу написал Why so long, все испугались и сразу пошли играть в Доту. Просто Хани мой лучший друг вообще теперь. Серьезно, мы с ним вообще лучшие дружане. Он мне, кстати, подогнал одну клевую штукенцию. Я ее думал разыграть. О, тут вообще прям все прям лучшие мои друзья. Они вообще лучшие друзья, они хорошие друзья между собой, да, вообще приятные ребята. Вот Хани мне подогнал такой напульсник, очень крутой, действительно крутой, фнатиковский полностью, такой прикольный. Надо бы его будет где-то разыграть, например, на лан-финалах Star серии, либо еще где-то. Которые будут 10-13 октября, если вы хотите приехать в Киев, советую вам, например, в IQ-отеле, который у нас через дорогу уже, бронировать номера, потому что их не останется. Ну и в этом же отеле будут жить деле, те же, там, например, альянсы, если не приедут и так далее. Так что бронируйте заранее. Номера вокруг. Да, и сразу скажу, что места в арене бронировать нельзя. Не будет брони? Ну, брони мест у нас нету в арене на время лан-финала. Потому что лан-финал — это 4 дня. То есть можно, если вы готовы там заплатить, не знаю, там, $400 с уверенностью, что вы будете все 4 дня сидеть. Я сам лягу на ваш стол и буду его для вас держать. Да, ну потому что, почему? Потому что у нас бывает на каждом сезоне такие экземпляры, какие там приезжают или откуда-то, или даже приходят из Киева, просто берут по бокалу пива, еще 2 или 3 пива переносят с собой, падают на первый ряд там, да, а потом альянсы просто хотят где-то покушать, ты просишь у людей, типа, ребят, дайте пацанам сесть покушать. Мы сюда приехали, мы здесь сидим, все. То так, есть, именно Кси, у нас Нутейл, нет. Разгон, уже на Кси есть. Кси, проблема у него, хороший Когин. Флай ударился больно в Коги. Ну и смотри, Нутейл еще там дважды. Как же не повезло здесь Нутейлу. Практически вся мана у него заканчивается. Он сразу же фласку сожрал. Да. Вилат, кто будет стримить завтра? Кто будет стримить завтра? Что у нас завтра? А, завтра в эфире Вилат и Каспер. Вот. Мы Гатханта завтра отправляем в начитывать Shadow Company. Он соскучился очень сильно. Слушай, ты мне вот что расскажи. Я вот сегодня просто зачитал одну статью. У нас там возник один спор. И, короче, был один турнир недавно, на котором игралась Shadow Company. Но игралась не команда на команду, а игралась команда на команду на команду. Тебе больше скажи, ты такой турнир был не один. И это вполне реально. Ага, то есть они играют 5 на 5 на 5, ну ладно, это не суть, важно, хорошо, они играли, то есть это ржачно, конечно, но это не важно, то есть когда играют команда на команду на команду, это как футбол с треугольным полем, ну не важно, ладно, суть не в этом, суть в том, что выиграла одна команда, а победу дали другой, потому что ошиблись, типа, комментаторы, которые сказали, что выиграла одна команда, и они не заметили, как было написано, что выиграла команда Альфа. Подожди, я так подозреваю, это был Техлапс. Мы не называем. Не, ну ты уже сказал, что комментаторы лоханулись, и вариантов как бы остается уже очень мало. Да, так вот ты мне можешь объяснить, как вообще такая херня может произойти? Ну, понимаешь, команды делятся на Альфа, Бета и Гамма. Иногда там еще есть Дельта, но ее в тот момент... То есть можно даже играть один на один на один на один? Да как хочешь можно гонять. Охренеть вообще. То есть, ты понимаешь? Вася, прикинь, в Доту, да? Ну-ну-ну-ну. Если ты хреново отличаешь Альфу от Бетты, а Бетту от Гаммы... Вот... Ну как можно хреново отличать? Ну блин, ну прогулял ты пару десятков четвертей в школе. Что, не видишь ты вот Альфа, Бетта, Гамма? Оно и значки там вот эти все сплываются, ничего не понятно. Ты пытаешься угадать, шанс-то 33%, но не попадаешь. И тут вот бывает, на тебя мусор весь сыпет, эти гребаные комментаторы Старладера. Да, все, ладно, я понял тебя, потому что я когда услышал эту информацию, что вот... И причем типам, которые выиграли, они потом показали демку, где действительно написано, где они выиграли, но им сказали, все, извините, уже поздно, мы уже провели награждение, типа, ну это вообще какой-то бред, ладно, короче, не там важно. Еще и награждение провели той команды, которая... Да, там реально наградили ту команду, которая проиграла. Типы, которые выиграли, подали протест, но им сказали, уже поздно, извините, мы уже наградили. Типа, все, до свидания. Ты сейчас прикалываешься? Нет, чувак, я не прикалываюсь, я абсолютно серьезно рассказываю. Это причем один из участников той команды расписывал на сайте у Марчелла, esheriff.org. Можете почитать, если хотите. Ну там очень ржачный ситуация. Слушай, это интересно. Ладно, хватит про ШК. Ну это так, в порядке бреда. Кстати, я знаю, что вы можете нормальный бизнес сделать и продавать места...
Ну, на Старладере почему нет? Ну, не, мы уже говорили, пятерка зелени. Нави начинают, типа, крошить трон, ты кричишь, что падает трон Нави. Все, комментарий. Чувак, мне не надо, я могу просто нахуй написать «Винер», кто-то там, и все, и он стал победителем. Я ж судья турнира, я в консоли пишу, и все, и Дота определяет победителя того, которого я сам себе скажу. Так что это все круто. Ладно, в любом случае, мы поговорили про все, что угодно, про игру пока не говорили, потому что в игре ничего не происходит. Четвертая минута 0-0, у нас Fnatic против Poseidon. Trixie сложно, есть уже четвертый левел против триплы, как-то это слишком аж хорошо. Сетка! Ну и Сакура здесь будет задувать, есть просветка, но не решили его. Не, уйдет. Есть у нее еще и там тосик, есть ну, чем откинуть. Кстати, клэп имелся у Иллидана, но мы видим, нет ни левел деса, то есть нечем убивать. Ну и в миде. Хани 16-5. И Квапа у нас мы видим 17-7. Ну, все ровно. 17-5, 17-8, можно сказать, идут ровень в ровень и. Ну, более-менее, да. Снизу, кстати, что у нас? Флайт 3-1, но он не кэрри, понятно. Эра Фейзы. Вот Эра Фейзы, четвертая минута. Это очень хорошо. 28-8. Побежал Баратроп. На Кси не успевает включить Коги. Если Коги сейчас поставит, то закроет но всех плевок. И это первая кровь. Забирает ее. Спирит Брейкер. 1-0 Фнатик. Все просто. Кстати, если бы не Нотейл, успел бы сделать топ-аут. Ну, скорее всего, да. Потому что там уже прям миллисекунды были. Так, у меня опять анонсер бастионовский, я дефолт, сегодня день дефолтного анонсера. Опа! Просто Иллидан делает то, что мы любим от Иллидана чаще всего видеть. Он покупает Мидас. Он покупает Мидас на первой бабке на 4 минуте 40 секунде, и у него вообще все очень-очень хорошо. Так, смотрим мы на мидя. Крейзи, могут быть у него траблы. Тут курица принесла Крейзи банку. Сейчас улетит с банкой обратно. И, кстати, можно этим воспользоваться. Но вот мы видим, Крейзи, как опытный мидер, отправляет банку не пустую, а отправляет банку у нас, собственно, с баночкой, с одним зарядиком, чтобы курица летала с нормальным мувспидом, чтобы не надо было ее дергать лишние разы. Я рад, что Эра не пошел в мидас. Вот это мне нравится. Ну. Скорее всего, будет какая-то агрессия и попытки убивать. Нет, это не будет супер агрессия, то есть это будет дефолт, как бы, да? У слушай, них имеется на самом-то пак, деле, и имеется Найкс. Шестой уровень Найкс получает, он может залезть в баратрума, и где-то они могут устроить. Это стопроцентный фраг. Да. Ну, они... для этого нужно, что. А, ну да, не надо что-то баратрума. Не нужен шестой уровень баратрума. Ну, там есть пак, там есть баратрум, там есть баунти хантер. Ты уже понимаешь, что это три инвест-бомбы потенциальных, которые очень-очень-очень будут напрягать того же Кси. Я так понимаю, сейчас опять-таки решили на Кси выйти, ребята? Нет, нет, не на Кси. Есть разгон. Да. Нет, он побежал на топ. Он побежал на топ, на Жотма. Ну и Мадведу надо быть здесь осторожным, потому что могут быть проблемы, потому что бежит сюда и Хани. Хани, что левел, если он успеет обрезать? Ну что, Баратрум пролетает мимо, и Баратрум сейчас просто есть будет врезаться. Мас ТП сюда. Проблемы у Жотма точно. Иллидана тоже можно цеплять. Хани цепляет Иллидана. Иллидан еще и станет, потому что Иллидан очень хотел улететь куда-то убежать, и, скорее всего, жаль, убежит. Что нет 6 уровня у Трикси, иначе... Но сейчас будут ванды еще, нет? Не, не будет вандов. А что не пошли-то? Ну как же-то вчетвером сюда? Ну а че, не захотели. Регин кончился. Как же Фнатики-то, а? Вчетвером просто. Да, сделали все грамотно, объяснили, что рановато вы за вышку заходите, ребят. Да. Есть чем отбиться, так сказать. Эра. Моментальная есть перетяжка. Ой-ой-ой, сейчас будет разгон кого-то, сейчас будет что-то по новой. Побежали вниз. Походу, Кси уже приплыл. Это такой экспресс, сейчас в исполнении флая, к тому же не запалился. Паленый. Нет, не по-моему, запалился этим крипом. По-моему, запалился, нет? Ну, если Кси сейчас будет уходить в кусты... Ну, и это Кси ему ничего не даст. Если он уйдет в кусты, это еще хуже. Да Буц. Ладно. Выложу. Лол. Что? Что это было вообще? Лол. Так, ну ладно, Квапа задула. Здесь минус Братрум. Эра, наверное, скорее всего, тоже погибает. Мансиба. Неужели это был развод? Слушай, ну развод... Слушай, это... Я нет, не подожди. Знаю... Развод на что? Ты теряешь 450 плюс свою жизнь за да, что? Да, за два фрага. Он как бы мог остаться и с этим ботинком, они все равно в него там врезались. Да. Смысл был выкладывать вот, а потом идти за ним. Не, ну это... Я сейчас не могу... Я не могу это объяснить, то, что сейчас произошло. Я первый раз в жизни такое вижу. У вас ус отклеился. Вы ботинок потеряли. Это какой-то просто... Я прям даже вот что сделаю.
на 2 минуты. Просто. А это сейчас будет жара. Я не понимаю, что произошло. Если кто понимает, объясните мне, пожалуйста. Просто первое сообщение, которое... Что там? Ладно. А, понятно. И подожди, Клок, новый ботинок не купил. Там ну, а что старый показывает? Кстати, у кого-то показывает Баратрум, что он дропнул ботинки где-то здесь. На базе они валяются. Клок, заходи. Забирай свои ботинки, они тут лежат. И теперь Кси вот этой походкой лунного робота шагает медленно к себе на лайн. Не очень-то уверенно. Да, ну это, конечно, элитный был. Я не знаю, фейл, не фейл, что это было. Смотрим дальше за игрой. Я хочу чатик. Забей. Я выключу их, пусть порадуются 2 минуты. Да, там, по-моему, всем на ботинок по боку, все хотят денди. Так, ну что, Иллидан с Жотмом на топе. Иллидан, мы видим, есть у него фуизы, есть у него мидас, есть у него щиток. Все более-менее нормально. Они постоянно напоминают, что ботинки лежат там. Ну и Эра. Эра, который уже разочек умер. У Эры, у которого появится через 200 голды буквально... Барабаны. Барабаны, да. На Кси побежал уже Баратрум. Ну, ходить тут... достаточно тяжело без ботинок. Ну, есть ТП. Есть ТП. Баратрум пробежал через хорошо коги. Птицы здесь же. И Жотом, Жотом тоже поставился. Плевок, Кси выживает! Кси выживает, 16 хп, Жот цепанул Эру. Здесь же папа, есть минус первый. Должен Крейзи догонять еще у Ноутейла, наверное. Или нет, не стал. Там было же ДД у Крейзи. Мне вот интересно, почему Трикси не участвует вот в этих драках. Почему он не прилетает на низ, чтобы кинуть трек и тос третьего уровня и добить любую цель абсолютно. Он почему-то продолжает стоять на топе, тут фармливать какую-то голдишку. Ну, не знаю, не тот этот Баунти Хантер, по-моему, который нужен сейчас. Ну, что-что, Трикси умеет играть этим героем. Ну, очень хорошо причем. Хорошо. Ну, посмотрим. Он знает, что делать. По крайней мере... Нетворс, и мы видим по Нетворсу, просто двушка преимущества у Дума. Двушка над Найксом. Ну, это понятно, с Мидасом. Минута. С Мидасом, да. И пожиралкой там голд летит просто нереально. Да, ну это плюс огромный. Спидауру, кстати, схавал, чтобы быстро бегать. Барабаны у Эры. Он просто весь чат обращается исключительно к Дэнди, я вижу. Так я говорю, там все рады видеть Дэнди. Поэтому я читаю... Так, Хани, кстати, в медле до даггера остается не так-то много. 600 голдов всего. Все просто, Кси блочил крипов с ботинками ему сложнее. Ага. Да. Хорошо, тогда все оправдано. Надо было вообще весь инвентарь выложить. Кстати, это отличная идея. Вот так рядочком просто выложить. Почему только ботинок? Пока враг был очень долго думал над тем, что делать, да, что делать, что собрать, что разбить, ты просто-напросто бы вообще взял бы и победил бы. Это, кстати, новая стратегия. Байт на Деедалус, например. Положил так на медле на 20-й минуте. Так все бегут, а ты там сбоку в смоке стоишь. Жалко, он не дропается. Просто байт надоедал. Не, ну это было бы круто. Просто вся игра New Strategies, там все дела. Быстро собирается фейк доедалус какой-то там ложит. Ты вспомни иллюзия китайские игры на интернешнале. Они могли на сыры байтить, причем на пачке просто. Делать. Килограммы сыры лежат. Подбегай, забирай мышь. Изи, изи. И тут тебя просто... Гани, кстати, на паке скоро будет с даггером уже, но Крейзи очень хорошо отыгрывает. У него 3 фрага, все 3 фрага команды Посейдон сделал как раз-таки Соломидер. А, ну и очень хорошо идут дела также у Иллидана. У Иллидана 10-й скоро будет левел, у него вообще все отлично. 2000 преимущества, и надо что-то решать. Ребята напоминают, каждый раз, каждую минуту они... громогласят о том, что лежит что-то и пахнет у фонтана. Тапки! Крутящиеся кирзачи. Ну это элитно. Ну что, даггер у пака. 13-я минута. Очень хорошо. Кси очень перк с брайсерами с новым тапком. Лотару Дума. Во! Вот это вот еще прикольнее. Кси к успеху шел. Не фартануло. Да, не, ну...
зато у остальных все нормально. У Кси там такое, 1100 есть нетворца, хорошо, это больше, чем у Ноутейла того же, например, да? Которого 700. Там что, братрум, 100 в уровне, пора, мне кажется, инфеститься и попытаться кого-то где-то набрить. Ну, или дождаться Мордигана, а уже потом набривать. Да, надо обязательно армлет уже в этой ситуации. То есть, я думаю, что намного прикольнее будет вриваться именно с армлетом. Там Дум, мы видим, пока не самое, скажем так, лучшее у него схаван этот. Ну, у него и Shadow Blade, который еще дает мув спид. Он бегает 455. Да, неплохо. Быстро, еще, думаю, Яш соберет на топе, могут быть так, проблемы огромные. Заход. Трикси вырывается на него, Дум поджигает, но Трикси в инвизе. Просветки нет? Нет. Даю засли. Все просто. Жот, Ноутейл, засловил Жот, вот почему-то далеко, Баратром сюда бежит, Разбор. Хорошо, Баратром, здесь же Слип Квапа, Ноутейл проседает очень сильно, отличный ультимейт от Квапы, просто Хани. Шикарный Хани, хороший ульт, Слип, и просто вы должны уйти сейчас. Да, конечно, сезоны. Сейчас будет блинкаут, отрегенился полностью Квапа, и что? Оп. Нет, ну, тут я думал, еще будет драться, но я тоже думал, что еще подерется. Птиц, лол, Ноутейл просто отдает птиц. Почему? Что-то не доигрывает немного, знаете? Ну, в любом случае, 4 в 4, 4-4, то есть 1 в 1 у нас получился размен, я так понимаю, правильно? Квапа убила Ноутейла, и Клокверк умер у нас. Отластили. Так, это было не Жот, здесь, Жот, грызть из него, нету слипа, догнали, Жот, мы убили. Минус Жот. Если Лидан сейчас выйдет из инвиза, будет очень плохо, но вот уходит он уже слишком далеко отсюда. Вышка, наверное, будет падать. Хотя нет, фуловая. Фнатики-то такие додавили, ну и что фуловая? Здесь есть Баратрум, здесь есть Аэра, и вот полтора пачки крипов можно абсолютно спокойно забирать Тавр вместе с крипом. Ну, рядом есть Дум 11 левела. Мы понимаем, что Дум может попытаться что-то поделать. Клокверк, хорошо, очень! Но Дум ничего не может сделать, может только бить Флай, а сейчас Кукси, огромные проблемы, его зарезали, Трикси убегает, Аэра убегает, сетка Трикси, но его уже не видно. Не, видно, Трикси умирает. Все-таки видно. Ну, Тавр не забрали, ты был прав. Но Фнатики все равно как-то понаглее, что ли, поувереннее. Эра тут же делает ТП на ботом, кстати, ему до Мордигана осталось. А нифига ему не осталось, вот эту буквально пачку крипов заберет, и все у нее есть. Так, сюда тут же кто-то летит. Кси. Кси уже сколько раз? Четырежды уже пиганул Кси. Он хардлайнер. Ну, такой дефолтный хардлайнер, да. Нельзя трогать хардлайнеров, они всегда фидят, почти. Пусть, у них такая работа, фидить. Ну, тапок и брасер, это, скажем так, для Клокверка не очень хорошо. Да, и уже 16-я минута игры, кстати. 6-5 у нас счет. По графикам мы видим совсем немного впереди. Фнатики то же самое и по экве, то же самое и по голде. Меньше 1000 преимущества. Или около того. Трикси. 10-й левел Баунти Хантер. Мы видим, по-прежнему есть Потея, есть Соробов Веном, Рингов Базилиус. Такой более-менее нормальный Баунти Хантер. Который пока треками не особо пользу приносит, но какую-то пользу в игре приносит. Ну, 6 левел Спирит Брейкер, тоже ПТ-шечка у него есть. Ноутейл левел 7 на... Так, выходит опять на Трикси, что будет? Опять Дум? Есть тычка, есть Дум. Ну, вот теперь инвизы нет, должно быть либо сейв ТП, да. Да, вот оно, сейв ТП, все очень просто. Или Дан второй раз просто-напросто абсолютно бесполезный Дум мувы делает, да. Трикси просто уйдет домой на регенице. Да, он сейчас может развернуться, у него фулловый ботл и еще 6 тиков. Ему даже можно было не убегать. Намного проще сбегать уже на базу, если ты возле базы, почему бы и нет. Прекрасно, это Трикси понимает. Да, и ждем экшена от Фнатиков. Не получается пока хороший экшен от команды Посейдон. Если бы был хотя бы тролль, да, или что-то типа того у Лидана, но мы видим, что у Лидана, то... схаван Волк, то схаван Кобольд, и, по сути, отдает ему ауру, и по-прежнему у него нет станов, и это очень плохо. Потому что кроме сетки у команды Посейдон станов нет. Нет, даблстак, кто-то заблочил. Вот он смог. И побежали. Ой, еще и залез в Хани Найкс. Флай здесь же, Трикси здесь же в инвизе. Его никак не увидят, можно забегать в чужой лес. Туда же идут Снайтки, Ноутейл здесь же. Птиц. Запрыгнул! Побежали. Хорошо, очень запрыгнул, и можно убивать очень быстро. Квапу, Квапа, по-прежнему жевание. Квапа уже умерла. Умирает. Жот будет ли давать слип? Жот должен давать слип для того, чтобы выжить. Жот дает слип. Птицы здесь. И что может делать Дум? Ничего не может сделать Дум. Абсолютно ничего, его там уже видят. Да, просто бежать, все правильно. Есть треки. Но все не так плохо. Я думаю, сейчас Фнатики стянутся на топ и добьют все-таки вышку. Или кого-то находят там? Находят Дума, но Дум в лотаре убегает отсюда, но он по трекам Эра не стал давать. У него нереальный мув спид. Ну да, да. Забирает просто Тауэр Фнатики миди. Ну, действительно лучше играет Фнатики сегодня.
четко это видно. Трикси. Сейчас будет еще один дракон. Пытается резать Сакуру. Начинает резать Сакуру. Проблема у него. Здесь же Эра. Дал блайнд. Но это не помогает абсолютно никак Катлу. Минус Котл. Что дальше? Ну все. Что-то Фнатики как-то аж слишком хорошо сейчас действует. 1600, кстати. И что, у нас Кси там стоит так далеко? А, вот его же заберут сейчас? Нет, не пошли забирать за тавер, потому что могут быть сейф ТП. Наверное, это их только испугало. Так, Кси на самом деле забыковал плотно. Да, и Фнатики сейчас медленно и уверенно будут перемещаться по линии и пытаться забирать тавер. Вот, вот очень хороший артефакт появляется. Это же и Баратрум, и Найкс, и Баунти Хантер. И для них Владмерс, это, конечно, незаменимая штукенция. Ну и вот, по чуть-чуть и деньги Икспа начнут расти сейчас, если не остановят вот это вот давление на себя Посейдоны. Но останавливать пока нечем. Да, Кираса в ближайшее время появится у Дума, возможно, даже скоро, в ближайшие минуты 3 или 4, да, но Кираса дает скорость атаки и брони. Но 150. Дум поджигает Хани. Хани, вот проблема у него огромная, сетка залетает, Хани умирает, хороший фраг, вот это правильно, вот так вот правильно, и теперь уходить. Хани байбэк. Ханибак вапал, тонула под двоим, Ноутейл проседает очень сильно, Ноутейлу нужен хил, побежал Флай, Квапу толкнул, плюет Ноутейл, здесь же Кси может погибнуть. Не помог. Кси никак здесь не помог, птица садится, встанет его, Флай далеко, Бак прыгает, уже может летать сюда, да, Хани влетает, Хани, и вот он ультимейт, ой, Хани ой. Продолжает дамажить, ну и тут птица настреливает. Сайленс, Кси. Да ладно, Кси выжил, да ладно, ну жжет, умер. Подожди, трек, будет ли разгоняться бара? Нет, 7 секунд. 7 секунд слишком долго. Тут и умирает еще, и мы видим у нас... Сакура. Сакура уже на базе издевается. Знаете как? Байбек от Наги. Зачем? И зачем? Лидан. Что он здесь делает? Просвет, разгон, минус Лидан. Ничего не сделали. Я вообще не понимаю, почему сейчас вот так начали тупить Посейдону. И все было хорошо, почему они посыпались. Да, ну и Фнатики, конечно, очень четко все сделал для начала. Байбек от Дума? Но это уже рейдж. Это уже рейдж. А для чего? Я понимаю, но что это рейдж просто. Это уже ошибка Лидана. Это уже нервишки сдают. Он прилетел на топ, он сейчас кинет мидас, возможно, заберет. А нет, это не рейдж. Это грамотный расчет. Вышка здесь на топе должна падать. У нее осталось 199 хп. Ну да, пока все снизу, в принципе, можно забирать тауэр. И... А вот это... Вот есть дефенс. И вот тут... Чуйка подвела, думал он, что сюда никто не будет лететь, а вот табл КП, Хани здесь, и Бонти Хаттер здесь. Воу-воу-воу, цепанут ведь, пойдет убивать вышку, погибнет. Сайленс, трек, погоня, нет ульта, будет через 8 секунд, прыгает сюда Хани, начинает драться с Лиданом, и Лидана растягивает по двум частям, ну и Лидан-то тоже не дурак, Лидан с критами готов драться. И тавр-то забрал он, да? По-моему, да. Нет, заденайл Бонти Хаттер. Тем временем Эра фармит. У Эры ультимейт орб 1600 сверху. Это что будет у нас с ультимейт орбом-то? У кого? У Эры? Да. Хекс. Но у меня нет других вариантов. Ну, вообще, не мотоставил же. В скаде, может быть. Не очень. Прям я аж... Ты будешь удивлен? Я не понимаю. Не, ну может, конечно, Архит, линка. Клопы. Может, конечно, линка, да? Не, мне кажется, это... Ну, что там тут Doom, есть потому, что чем сбить линку. Чем? Сетки. Ну, типа да. Те же архиды, но пока ты будешь там сбивать... Да, Level Dead тут же сбивает линку. Да. Ну что, 12-6, 22 минута, вот уже 7000 голды и 8, почти 7000 экспы. Да, это линка. Жесткий. Жестик просто. Лайфстиллер с линкин сферой. Ну, вторым БКБ. Артефактом после армлета, понятное дело, но если считать там барабаны, да? Я говорю, еще БКБ надо. Ну тогда вообще ему ничего не делать. Ползать будет это падло и гнобить все подряд. Натики, очередной смоук. И Трикси побежит первым. Там, понятное дело, что быстро прокликаем два брасера. Тут тапок, тут два брасера, тут тапок и... Тапок, что, найдут? Треска. Это беда. Ну, Натики пытается найти сейчас кого-то, мы видим, что здесь... Ну, Посейдон жались реально в рез. Ну все, уже все, уже команда вошла в стадию, сидим на базе и никуда не высовываемся. Сейчас с бэкдором заберут Т1, я уверен, без всяких на топ проблем. Просто выйдут и заберут вышку. Да, он уже на нее кликает. Вот так. Сразу майки, о, пацаны, они там. Да ну. Да ладно, внезапно. Ем покупает Визейдж, вот теперь... Думаю, теперь беда. Shadow Blade еще менее юзабелен.
Да, теперь у Лидана проблемы. Ага, решили очень быстро среагировать и забрать Рошана, парни из Посейдон. Если да, не заберут. Какая это провальная идея. Хотя... Лидан вроде неплохо наворачивает. Так, просветили. Ну побежал все, Баратром в Кси, отменил. Лидан тут бегает, Фнатики уже на месте. Для Фнатиков это самый рай, потому что они знают, где сейчас Посейдон, и можно врываться, стоит вард. Со всех сторон просто подтягивается. А Пак решил обойти. И абсолютно все четко делает Пак. Как же сейчас классно все будет для Фнатик. Но спалится он на крипах. Вот он палится на крипах. Спрятался. Хоть типа его не видели. Смотри, они его тут ждут. Смотри, Блоклетка может прыгнуть вместе с Квапой. Вот он Квапай прыгает вдвоем и вылазит Найкс. Какая же это Си умрет приятная очень быстро. Ситуация. Хани, который потратил свой шип непонятно для чего. Да, чтобы от крипов увернуться. Дум. Летит еще нету. Ой-ой, как забежал-то Флай сейчас на ульту, прям Квапы, и это проблемы. И Флай тоже должен умирать, да ладно, птицы спасают. Трикси в спине, с даблой, бежит за курой. Нет, сетка есть, скорее всего, Трикси. Ой, Трикси, ты что делаешь вообще? Спиритбрекер тоже умер, лол, но тут Флай не смог схавать, но птицы расстреливают все-таки Квапу. Флай, за ним Дум. Дум с Лотарой, у Эры есть что залезть в крипа. Так, погоня. Вышел Дум. Гем, кстати. Там есть гем. Пропукан. У кого гем? У Вестриджа. Зажжешь гем. Все, минус Лидан. Кси тоже умирает. Кси понимает, что зря он тут стрял. Засловили его. Эра. Цап. Цап. Птичка села. Кси застанила. И еще буквально два удара от Эры. И вот он последний ударчик. Эра даблкил. Unstoppable. Блин, ну хорошо, что сделали Посейдоны. Опять-таки из-за того, что немного неправильно к драке подошли парни из... Фнатик, но вот-вот не смогли. Вышло-то все равно все боком, опять же, Посейдоном. Да, да, вышло все равно так, как всегда. 7500 преимущества. Рошан пока что живой. У него вряд ли кто-то рыбнется в ближайшее время. Ну и что, линка появится, нет? А летит кура на Secret Shop. Закупает там персиверанс, и линка появляется у Найкса. Да, вот теперь Найкса не задумишь. Думить придется... Пака, наверное. Пака. Да, скорее всего, Пак. Архит, кстати, собирает все Трикси. Просто 5 линкенсфера атаку. Кстати, Архит-то очень круто. Если будет Сайленс еще, то это вообще по пузу смул, и все отлично. Но пока бесполезность котла мы наблюдаем просто бешеной в этой игре. Ну и сверхполезность Блоклетка 0.64, мы понимаем. Вот тут, вы помните, у него тапки, у него по-прежнему трофей лежит вот здесь, вы помните. Это тапки, которые Кси выложил почему-то из своего инвентаря. Ну, это борода, мне, я не знаю прям, вот почему он это сделал, то есть как бы... Скайп у него прошу после игры, обязательно зачем ты это сделал? Что было на уме? Может, ему угрозу какую-то прислали, мы влупим тебе так, что ты из тапок вылетишь, и он решил вылезти из них перед этим? Чтобы не сбылось никак. Я не знаю, вот возможно, действительно, блочить крипов неудобно, хотел стопить более... Лучше, но мы еще с тобой да подумали, не, что это он что-то вообще спалил на варде их, и типа он так сейчас назад встанется. Стало впечатление, что знаешь, кто-то его контролил, знаешь, как бывает. Да-да-да, в пабе как выкладывают там, да, как Дэнди, все. Как Дэнди когда-то травки там дагер разбивал на 18-й минуте, который тот шейкер купил на Асусе, прошу заметить. Думский раз. Ну, Кираса прибавилось. У Дума дамейджа не так много. Ну и по-прежнему стана у него там не появилось, да? Понимаешь, у Найкса как бы вот 220, плюс пассивка, плюс на пиво. Извини меня, его он передамаживает в мясо этого дума. Да, это пак. Причем вообще в салатище. Пак, к тому же, начал выходить медленно, уверенно в какой-то там хекс. Так, подожди, у пака гем еще один? Нет, 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 это гем в пака переложили. Я просто думал, что они ну, где-то еще нахоботили. Да. Ну и разошлись сейчас, ребята. Ну, не нашли, но это да, не нашли, выгодно, выгодно для Посейдона, если они пойдут забирать вышку сейчас. Ну, а они им... пойдут. А смотри, они как не пойдут. Хорошо заныкался Хани, и если будет дефенсный, дай бог, от Посейдона. Нет, не будет. Рошан. Да, Рошан, тоже верно. И вот сейчас успеет. Хотя уже Баратрум побежал, лол. Баратрум, ты что вообще творишь тут? Пойдут на Т3, наверное. Ну, очень хорошо Посейдоны все делают, они разменивают пауэр на Рошана, хотя уже птицы спалили это дело, должны садиться сейчас птицы, одна села, вторая не садится. ТП от Трикси в мидл. Ну, Дум забирает Аегис. Но будут драться сейчас. Главное выбраться отсюда теперь с этим Аегисом.
Трикси. Дум идет прямо. Пак же его сейчас увидит. Так, Трикси. Наксит. Трикси получает Дум в себя. Трикси минус Трикси. Здесь умирает очень быстро. Пак прыгнул очень четко. Си развалился просто на запчасти. Тоже Сакура там же попа ультанула. Есть слип под рейджем. Не мешает ему этот слип. Нет, все-таки кончился рейдж. Начинает грызть. Папа минус, это уже Си минус байбэк. 4, Кси после байбека умирает, восьмой, по-моему, раз уже. Да, восьмой раз уже умирает, но 8 мэра. Байбек от квапы. Ну, тут минус 5, да, получается? Мантит, нет, Хани. Минус 6, может, он также умирает здесь или да. Нет, Хани минус. Ну, Хани умер. Зато 5 лайк у Эры. Нормальный размен, ну тут нереальное количество байбеков было. Да. Не стоит этот Аегис того. Факт. Ну, понятно, что ну, Посейдоны пытались переломить как-то ход игры. Не, они все было... делали правильно. То есть у вас забирают А2, ты понимаешь, что по силе своей, по героям, по шмоткам ты уже не можешь драться реально за Тавр, забрать Аэгис и потом как-то, может быть, реализовать. Ну да, но здесь мы видим, что Мантис не дали им время подумать с этим, как реализовать. Они просто пошли в атаку. 12 тысяч голды и 12 тысяч экспы. Впереди команда Фнатик, и у Посейдонов проблемы. Да. Проблемки есть. БКБ, кстати, является у Флая. Теперь ему на квапу вообще по барабану. Трикси видит Сакуру. Ну, минус. До свидания. Бедный. Вот. Так, Тед засейвить. Котл все равно умирает. Успел. Ну и Флай здесь умирает. Должен убивать еще и Кси, наверное. Кси пытается убежать. Есть ульт, уже трек. Есть трек. Жотн тоже Жотн. Проверну. Ну, вот, вот. По-моему, вот. Это... О, еще и баш с первого удара по Крейзик. Крейзик, правда, прыгнул на базу и ушел. Ну, если бы сейчас еще Братрум толкнул. У Кси еще одна смерть до хоросмейстерского показателя такого настоящего. 0-10, 0-4 Сакура, 0-4 Жотн. Просто отжигают саппорты команды Посейдон. Все три. Мы старались. Особенно Кси. Кси в этой игре прям вообще творит какие-то чудеса. Чувствую уже, знаешь... Фотографию вместо дерева, Нави дерево будет. Посейдон ботинок. И тапки валяющиеся рядом. Башмак Посейдона, да. Побежал, кстати, Флай очень быстро на квапу и нашел. Погибает папа. Квапа здесь просто умирает без солнца, да. А, ну, вы понимаете, тут Фнатики уже творят все, что хотят. И буквально, я думаю, Madness. Скоро... Ну, все. Моя любимая команда. Моя любимая команда. Они же знают, что это мой любимый артефакт, и это специально покупают. Они же все знают. Ну что, Найкс, залез в Хани, 16-й левел, ну и сейчас будет запрыгивает. Прыжок. Да, ну вот увидите, тут да. Илидан умер за одну секунду. Си, Братюня, нет! Типа живет. Си, как же? Что как же? Как и 9 предыдущих, так же. Почему 0-10? Как же? Минус 5. ГГ, я считаю, что можно писать спокойно. Тут появляются хиксы, меки, огромный перетар по айтемам и прочему у команды Fnatic. 31-я минута. Они не сносят Т3, они отходят. Но я думаю, что это какой-то троллинг. Я бы на самом деле сейчас принес сапог Кси, вернул его. Кстати, да, вот это был бы троллинг. А так это что-то такое. А так это... Да. Вот я нашел наконец-то свой любимый сайт. Да, то есть я его в эфирах когда-то во время китайского стрима всю ночь. Все, я понял о чем. Там у тебя же ты же слышишь звуки, я-то их не слышу. А, да, слышу. Ты же не слышишь, да. Поэтому я смотрю, ты что-то щелкаешь там каким-то рубильничком. Да, у меня тут куча рубильничков, которые я могу вязать в любые моменты игры. Трикси! Пошла у нас драка, причем очень интересная драка, смотрим! Да, тут смотреть особо нечего. Эра в рейдже разрабатывает все, что хочет. Бегает или там свои игры, более считается. Горят, потому что Эра. Объясняет, что не так. Мидас зачеркнут. Это все происходит под музыку. Принес сапоги! И они такие принесли сапоги, вот это было круто. Они вот короли троллинга отвечают, то есть, ну, как бы... Клещи протроллить было нельзя. Просто, братан, это твое, нам чужого не надо. Вот это было действительно красиво, ну...
Тут мы типа не забираем, нам чужого. Туда же бы их надо было положить. Нам чужого не надо. Ладно, Посейдоны проигрывают у команды Fnatic, и у нас все более веселая турнирная таблица образовывается. У нас турнирная таблица просто, ну, я вам скажу честно, что последние недели сезона это будет что-то с чем-то. Ну что же, после 17-го игрового дня осталось всего 12. До конца Empire 18, Дуза 18, Альянс 15, ну 5-0 у Альянса, вы понимаете, Кайпи 15-5-1, Посейдон 5-5, ПР 4-2, Аспера 4-4, Фнатик 4-5. То есть как много команд, у которых уже по 5 поражений, да? Вот у кого нет еще 5 поражений, это ПР, это Кайпи, это Альянс, это Empire, ну и это Квантик и Нави, все. Все остальные уже, ну там еще RockSkies 3-жды проиграли. Вот, по-моему, вот эти команды, это вот основной пул претендентов. Вот RockSkies 5 матчей, Quantic 4, Na'Vi 4. Вот эти команды скоро начнут свои матчи массово играть. И все будет, ребята, очень-очень у нас интересно. Мы с вами прощаемся, мы с вами услышимся завтра. Завтра у нас не будет Китая. Завтра у нас будет только StarLadder. Завтра у нас очень хорошие матчи на StarLadder, потому что завтра Na'Vi Duza. Потом RockSkies Aspera. Потом Power Ranger RockSkies и Quantic против Альянс. Завтра вообще огонь, все 4 игры. Так что обязательно, собственно, следите за трансляцией. И все будет круто. Сегодня для вас комментировали GodHunt и Вилат. И пока-пока. Пока, катаны. Мобильный, как планшет. Мощный, как ноутбук. Ноутбук и планшет в одном корпусе. Intel представляет Ultrabook Transformer. Он не просто изменяется сам. Он меняет все.